общаться, а мы будем слушать, а главное слышать друг друга. А когда один человек важен хотя бы одному человеку, то о смерти думать просто невозможно. Как вы находите нуждающихся в помощи? По-разному. Кто-то приходит сам, кого-то приводят друзья, кого-то родители, а с кем-то просто пересекаемся по жизни. Алексей, а чья это идея создать этот фонд? Это идея моя и моей девушки. Здравствуйте. Неожиданно. Вы так молоды. Вы тоже хотели покончить жизнь самоубийством? Я думаю, что многих людей хотя бы раз в жизни посещали такие мысли. А правда, ходят слухи, что вы познакомились на небесах? Правда, и возможно, когда-нибудь я напишу об этом книгу. Спасибо вам, Алексей. Удачи вам и вашему фонду. Спецрепортаж для Центрального ТВ, Ксения Зарубина. Ну что, на наше место?